был создан отдел по работе с агрофермой. Где-то к 98-му году в отделе работало 4 человека. Я, Саша Райк, Юра Мачихин. А в каком году было еще раз? Я пришел в 96-м году, а эта ситуация была в 98-м. Я работал с Сашей Райхман, Юрой Мачихин и Алексей Заварзин. А Дмитрий к ним был еще. И мы как бы вели все бренды, которые к тому моменту были у кафе. Значит, Юра Мачихин у нас был вроде секретаря. Значит, он брал трубку, спрашивал все. Значит, вот цена такая. Он поднимает трубку и говорит: достаточно долго. Я на этот вопрос вам не смогу ответить. Но я могу попросить, чтобы вам ответил или Фурман, или Райхман. Mm-hmm. Что? Да, оба говорят по-русски.